На Кубани полным ходом идет уборочная кампания. Не отстают и хлеборобы Северского района. Глава муниципалитета проверил, как продвигается сбор урожая, и пообщался с аграриями. В ООО «Смоленская» более 1800 гектара зимой пшеницы. Средняя урожайность – 40 центнеров с гектара. Зерно убирают по плану. Андрей Дорошевский оценил качество выращенных колосовых. Напомнили о пожароопасном периоде. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Северского МЧС вручил памятку о пожарной безопасности. По запрете выжигания также. Да, мы этим не занимаемся. Мы только тушим все, что выжигаем. Поэтому просим вас соблюдать данные требования. Ну, пожары бывают, у вас же и лес. Пожары в лесу. Не утихает работа и в подсобном сельском хозяйстве «Колосок» во Фипском поселении. Глава района пообщался с руководителем предприятия. Вместе обсудили уборочную кампанию, проблемы, с которыми столкнулись аграрии в этом году, и пообещал поддержку. Во владениях агрофирмы «Кубань» более 3500 гектар занимает озимая пшеница. На полях работают 245 человек. Урожайность хорошая – более 51 центнера с гектара. Тем не менее, погодные условия принесли фирме сложности. В этом году аномальные подтопления были, вы знаете, у нас на Новой Ивановке случилась беда, вообще 1500 под водой стояло. Три недели. Удивляемся, что она вообще там выжила. Стояла, да. Некоторые сорта пшеницы в этом году заболели. Как мы их защищали, а мы стараемся и биологически, и фунгициды, и так далее, и так далее. То есть есть в этом году проблемы с болезнями у нас, определенные тоже погодные условия, корневые гнили и так далее. Кубанские хлеборобы уже собрали первый миллион тонн пшеницы. В Северском районе предстоит убрать почти 15 тысяч гектар.